Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решила послушать «Френдзону», «Рок-н-ролл», новый клип и новый трек. Для тех, кто меня знает, я, в общем-то, не очень люблю «Френдзону». Я считаю, она такой достаточно детской. Вот, ну, как бы у «Френдзоны» есть такая своя специфика. Они любят поднимать какие-то такие там проблемы малых народностей, скажем так. Ну, какие-то, в общем, какие-то проблемы, которые возникают в нашем обществе, а они их выставляют на показ, делая, ну, там, типа, что это все нормально. Вот как-то так. Ну, посмотрим, о чем тут рок-н-ролл. Хотя, вообще, я думаю, они тоже должны уже подрасти немножечко. Пора бы. Под наши бенгеры так тащатся и Барби. Девочка торчит днями в музыкальной школе, она сутками сидит дома, дрочит свои ноты. Делаю кик-клип на поломанном скейтборде и записываю хит диктофон на телефоне. Зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла, мой band self-made, сдохни на гастроли. Посреди тусова, зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла. Мой бэнд self-made, сдохни на гастролях. Зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла. Записываем песни посреди тусовок. Мы собрали гараж-бэнд вместе из говна и пала. Через год по всей стране наши лица на плакатах. На носу большой концерт. Сорвала голос, наши фэны так кричат, что могу молчать все шоу. В мой гастрольный чемодан не вмещаются все шмотки, нам пришлось арендовать дополнительный автобус. Вот, знаете, вот минус один огромный, вот всегда не люблю, ну вообще, что вижу, то и пою, вообще ни склад, ни влад, понимаете, ну блин, ну что такое. Кладу гонорар себе в бодибэг, еду в отель потом налегке, рядом стоит официант, и он тянет бумажку, чтоб я черканул ему для детей. В задрыпанном клубе звук полетел, значит мы сделаем шоу акапеллы, ведь нам важен каждый фэн. Зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла. Сдохни на гастролях. Зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла. Записываем песни посреди тусова. Зона рок-н-ролла. Вот вообще ни склад, ни влад, но это вообще. Мой бэнд self-made. Сдохни на гастролях. Зона рок-н-ролла, зона рок-н-ролла. Записываем песни посреди тусова. Вот если сравнивать, кто мне больше понравился из троих, вот этот вот мальчик первый, который, не знаю, как его там зовут, Бэйби, Фобейби и так далее, вот, он, мне кажется, такой самый мелодичный получился. Не, ну, конечно, «Френдзона» растет, она уже не такая детская получилась, вот, ну, по крайней мере, этот трек был такой, в общем-то, достаточно неплох, в отличие от других. Вот, ну, вот то, что нескладно, и вот это все очень сильно заметно, это сильно бьет по ушам, и это плохо. Ну, то есть, как бы, ну, надо все-таки, чтобы было складно, а не так говорить словами, чтобы уж совсем. Вот. Что мне, ну, вот как бы, ну, «Френдзона» это не мое, сразу говорю. Но что в «Френдзоне», допустим, хорошее, вот они всегда хорошо играют именно таких, ну, дружбу. Вот какая-то у них всегда компашка такая слаженная, все. Вот уж не знаю, как они по жизни, но именно эту дружбу они вот все время хорошо обыгрывают, тем самым давая народу понять, школьникам и всем, что надо дружить, а не сидеть в интернете.
интернете. Ну вот, так я интерпретирую френд-зону, френд-зону, и это хорошо. Поэтому из 10 баллов за смысл, за стих пятерку, за музыку шестерку, а за дружбу восьмерку. Сколько получилось? 11 плюс 8, 19, делим на 3. В общем, 6 баллов с маленьким хвостиком. Ну что, неплохо для френд-зоны. Всем пока.